Вон лошадка бежит на стенке в тени. А здесь у нас краны. Тут вопрос задавался, в какую сторону крутится рамка. Ну, вроде бы очевидно видно, в какую она крутится. А вот из кранов вода течет. Один, второй. Лицо шевелится. И все равно пролетает так вот. То одной части, то другой. Потому что оно там идет уже на язык. Она вот не прошла. Вон, прошла. Крутить вокруг. И что? Пением чаши наслаждайтесь. В общем, вы можете нанести несколько коротких ударов по чашке и води вокруг. И она должна, мол, менять, наверное, тональность какую-то. Как колокол, да, такой звук похожий? Это выгравированное произведение искусства, которое в старинные времена появлялось на очень тонком полупрозрачном фарфоре. Изображение можно увидеть четко только при освещении с обратной стороны. Здесь непонятно, что такое. Интересный эффект отражения. То есть вот на этом рисунке нарисован слон. Но когда он его так вот как-то собирает в одну рисунку, в один рисунок, и появляется в отражении слонок. Да. Ну так видно же вот как. Как прямая палка проходит через двойные эти. Смотри, какой объемный котик. Ой, волк, смотри, как будто пасть такая вперед прям выпирает. Не видишь? А вот сюда дальше отойди. Вот отойди на меня. Да, причем такое объемное. Собачка. Слушай, причем видно так, как будто с двух сторон даже это все. Человек, Настя. Вот здесь вот человек. Вот здесь вот, да, человек. А вот здесь вот пустота. Нет, тут есть мужчина. Сейчас я тебя подниму. Видно? Да. Можешь дальше отойди, тогда виднее будет. Только это вообще непонятные фигурки какие. Вот это дракон какой-то, наверное. Вот это, мне кажется, змеи. Змеи. Здесь лилии, цветы лилии. Да, вот здесь. А здесь дракон. А я не вижу. Ой, какой дракон. Видишь? Нет. Нет? Сейчас я тебя подниму тогда. Потому что дракон прикольный. Сейчас я тебя подниму. Девочка.
Так, читай здесь дальше что? Китайское волшебное зеркало. Рисунок проецируется на стену. Давай ты, я тебе покажу эффект. Значит, ты встаешь у этой зеленой стены, вон папина рука еще. Папа включает свет. От этого света видим... Да. И смотри, тень осталась. Это специальный такой материал, наверное. Давай я нажму. Ждем, 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 ждем. Отходим. Тень осталась. Ты даже можешь подружиться со своей тенью. Ура! Давай другую. Ты знаешь, тень, наверное, пропадает при повторном освещении, да? Вот попробуй наложить одну на другую. Нет, просто сверху, сверху, вот, сверху, одну на другую. Видишь, они одинакового размера? Да. А если ты их положишь вот так вот, одна выше, то она всегда кажется меньше. Вот сейчас красненькая кажется маленькой. Ну, точно не могу сказать, наверное, из-за расстояния от точки зрения. Нет, тут длинный угол, и тут длинный угол, а тут короткий угол. Да. Если мы называем на длинный, то короткий, нам остается. Просто трогаю угол. Слушай, я свинью вижу сверху, что ты мне рассказываешь? Даже камера видит свинью. Вот свинка стоит сверху. Она не на... Ее нету, видишь, стоит. Наверное. Стоит свинья, вот так ее тоже не видно, вот так я ее не вижу. А вот сверху сразу видно свинку. Причем, если вот тут а рукой ты трогаешь, да. То... Поставьте диск на ребро. А, ты смотришь. А я могу так посмотреть? А, вот задача в чем. Вот задача в чем. С такими странными глазами собрать фигурку. Аккуратно засуньте голову без... Ой, я тебя люблю, ты наверху. Ой, сколько голов. Можешь помочь? Посмотрите на отражение верха формы в зеркале. Поверните колесо на 180 градусов. А я не особо разницу вижу. А, они в определенный момент как будто круглые становятся. В очках какие-то, не могу понять, откуда я смотрю, куда я вижу. Это живот, вот вижу живот. Вот так вот смотрю прямо на телефон, вот телефон прямо перед глазами у меня. Вообще-то я тебя вот тут держу. Это не ты меня держишь. Так, смотрите. На меня? Я перевернутый? Нет, вы видите... Я ее глаза вижу. Да, да. Можете губы попробовать перевернуть.
нравится. Ну давай губы. Слушай, смешная такая. Ой, а чего у тебя такая голова длинная? У тебя глаза не лучше. Да, может, переминаться на пол? Поменяться, да. Видишься, да? Я, ну, мне, может, очки мешают, я не вижу так. Я вижу мутно. Я тоже мутно вижу. Угу. Интерьер советской квартиры. Анастасия. Минус 35 лет. Кстати, энциклопедия, наверное, да, энциклопедия, ламповый телевизор, полка, ковер. Ты мультики будешь смотреть, да? Что вот этого диска Настя будет крутить и получится белый цвет. Ну давай. О, практически белый. Хотя видеокамера чуть-чуть фиксирует разные цвета. А глазами он кажется абсолютно белым. Серенький такой. Да. А ты попробуй вот приподнеси. Видно, вот видно разные, да? Ну, практически сливаются, да, так они сливаются. Возьмите объект один и поставьте его с левой стороны. И наблюдайте, как фигура движется вниз. Дальше. Возьмите два и поставьте его с правой стороны. А, я понял. Да. Там магнит. Нет, из-за того, что здесь он узко стоит, и он получается выше. А здесь он низко стоит. И получается, что он Да, все правильно. То есть это чистая иллюзия такая, да? Иллюзия движения квадрата. Раз, и геометрия поменялась. А здесь края становятся вогнутыми. Смотри, вот. Ну. Перемешали. И что, а почему синенькие тяжелее, допустим? И что? А что по этому поводу написано? А, раскручиваем, раскручиваем и видим разделение. Сначала беленькие вверху, а синенькие внизу. Ой. Потому что, наверное, эти кусочки по краям их раскидывают, а внутри они не шевелятся. А как ты рисуешь? Светить, доченька, надо светить. Это как фонарик, наверное. Где свет? Вот, вот, смотри. Пишем. О! Лек. О, Лек написал, смотри. Напишем. Настя. 2 0 19. Олег и Настя. 2 0 19. А, так на этой стене можно рисовать только, да. Смотри, как ярко, если близко. Человечек получился. Панка, точка, огуречек. Получился человечек. Можно я тут чуть-чуть еще посижу? Можно. Здесь такие картины с оптическими иллюзиями.
Сейчас, доченька, приду. Ну как не крутится? Смотришь на них, сразу видно, что они все в разные стороны крутятся. Это только глазам кажется, мозгам, это на самом деле не крутится. Надо потом в одну точку смотреть, пока остановится. Да, попробуй теперь вот остановить. Ага, остановилась у меня. Да. А котик что ловит? Тот же самый эффект. Мне кажется, что двигается, как мышка, да, становится. Тут как-то парит.